1 декабря в Екатеринбурге прошло первенство Свердловской области по легкой атлетике, участие в котором приняли саладинские спортсмены, воспитанники Владимира Чинькова. Эльвира Зайцева заняла 3-е место на дистанции в 200 метров, а Екатерина Кудрявская – 1-е на дистанции в 1000 метров. В рамках этого первенства проходило соревнование среди ребят 2003 года рождения, где 1-е место на своих дистанциях завоевали саладинские спортсмены Никита Кудрявский и Алена Сергеева. Легкоатлетка Екатерина Кудрявская превзошла ожидания своего тренера Владимира Чинькова. Она завоевала золото. Как тренер-то я ожидаю многого. Вот. Хотелось бы, чтобы и в будущем они занимали 1-е, 2-е, 3-е места на соревнованиях. Наши ребятки хорошо выступили. Значит, Катя Кудрявская заняла 1-е место в беге на 1000 метров с результатом 3:17,8. Выполнила 2-й взрослый разряд. Ну, это для такого возраста большой успех, я считаю. Через неделю, 8 декабря, также в Екатеринбурге проводилось осеннее первенство по легкой атлетике, где Катя вновь завоевала золотую медаль. Участие для нее стало приятной неожиданностью. В сборной Салды Екатерина вышла вместо заболевшего Григория Малышева. Я очень сильно волновалась из-за того, что там соперницы больше меня и старше меня. Вот. Сначала бежалась тяжело, потом легко. Катя заняла 1-е место на дистанции 2000 метров и выполнила 2-й взрослый разряд. Вместе с Екатериной на этих соревнованиях выступали салдинцы Екатерина Синева, Андрей Трубин и Никита Смердов. Соперники мои были очень сильны и выносливы. И было довольно тяжело добиться этих медалей. Также я участвую в соревнованиях с моей партнершей Катей. Она довольно великолепная. Партнер бегает почти так же, как и я. И думаю, мы будем получать медали и далее. Катя Кудрявская занимается у Владимира Чинькова уже 4-й год и сумела добиться высоких результатов за это время. Сегодня в копилке юной спортсменки уже 20 медалей. Главная победа или главное достижение ее. Мы ездили в ноябре на кубок Уральского федерального округа на призы Манеж Луч города Екатеринбурга. Значит, там участвовали сильнейшие бегуны среднего возраста со всего Уральского федерального округа. И она в беге на 1000 метров заняла 3-е место, показав результат 3:14,8 секунды на 1000 метров. Ну, к примеру, у нас не все мужчины в заводе так бегают. Секрет прост. Маленькая спортсменка поставила перед собой большую цель. Попасть на соревнования мира всего. Владимир Николаевич всегда рад новым ребятам в секции легкой атлетики, чтобы таких звездочек, как Екатерина Кудрявская, в Верхней Салде стало еще больше. Движение – это жизнь, как говорят. Вот. Те, кто занимается, они потом в жизни достигают больших результатов. Поэтому приглашаю всех желающих заниматься в секции легкой атлетики.